Я обычно это подмечаю, говорю, вот у нас резко начинает увеличиваться материальное благополучие, и скорее всего это отразится на нашем духовном уровне, потому что очень часто резкое увеличение материального благополучия делает нас скрягами, то есть мы сейчас должны набраться сил и постараться в этот момент друг другу не предъявлять претензии, не предъявлять ненависть, не злиться, стараться максимально быть теплыми, это будет показывать нашу готовность к новому переходу в новое материальное состояние. И в этот момент обязательно могут быть конфликты, обязательные конфликты перед тем, как человек выходит на новый уровень материальный. Вообще хочу сказать вам, что если перетерпеть, то тогда уровень повышается. Если проскандалить, проненавидеть, уровень не повышается. Почему? Высшие силы человека проверяют на прочность. Потому что человек должен знать, что каждый новый материальный уровень — это доходит до какого-то момента, при котором